Привет, друзья! Ну что, у нас с вами очередная посылка из Китая, с AliExpress, велосипедная тема. В данном случае у нас сегодня с вами будет шлем от компании RockBros. Пришел шлем, запакован был в картонную упаковку, плюс еще непосредственно была фабричная упаковка. Домой ко мне его доставила компания MixExpress, доставка составила примерно где-то 14 дней. Почему выбрал данный шлем? Да потому что у него, помимо расцветки, да, вот такой вот уникальный темно-серый, да, металлик, можно так сказать, еще присутствуют вот такие вот две накладочки. И вы при помощи этих накладок можете изменить непосредственно дизайн самого шлема. Оставить вот такой вот его литой, да, красивый, стильный, модный, молодежный, либо поставить вот такую перфорированную сеточку, тоже довольно-таки неплохо смотрится, или же оставить вот такой вот шлем, как он есть. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own. Шлем выполнен из двух материалов. Это пенопласт, да, видите, внутри. Вот здесь вот везде у нас есть пенопласт и обычный пластик. Стоимость шлема составляет порядка $30. Ребят, да. За такие деньги уже можно к некоторым вещам придираться. А это, видите, да, остатки клея у нас есть. И непосредственно вот тут вот не проклеенные две вот эти вот вставки, да, вот это у нас все дело проклеенное. Также, да, ну, изготовление вот в данном случае, это на твердую четверку. А так все остальное, ребят, у него реальная пятерка. Удобство, комфорт, все остальное у него реально на твердую пятерку. Так, по поводу застежек начнем, да. Застежки у нас выполнены в таком новом дизайне, да, видите, такое плетение, да, можно так сказать, у него довольно-таки очень удобное, ничто нигде не натирает. Плюс вот эта вот белая вставка, она светоотражающая. Надпись у нас, к сожалению, не обладает светоотражающим эффектом. Сзади у нас твист-клосс, видим, да, регулировка по объему вашей головы. Подходит от 57 до 62 сантиметров должна быть окружность головы. Вес шлема у нас составляет... Внутри у нас имеются вот такие вот поролоновые вставки, да. Они впитывают ваш пот, да, чтобы вы не потели, и легко они демонтируются. Вот так вот мы их можем демонтировать, постирать, высушить и одеть дальше, да, это если вдруг надо. Дальше видим, да, внутри пенопласт. Также у нас присутствует вот таких вот, как мы видим, 26 отверстий. Довольно-таки неплохо, классно. Солнце не будет вам печь, да, и, соответственно, будет очень хорошо обдувать, поток воздуха будет хорошо обдувать вашу голову. Застежка. Застежка у нас также выполнена из довольно-таки классного, хорошего материала, да. Довольно-таки крепкая, плюс еще вот эта вот поролоновая накладка, да, которая фиксирует все вот эти вот ваши регулировочные ремешки, да, чтобы она вам нигде не натирала. Довольно-таки неплохо, классно, все качественно. На старом шлеме у меня немножко она грубее. Данный тип шлема можно отнести к кросс-кантри. Ну и хотя на шоссейнике тоже можно довольно-таки неплохо в нем рассекать. Края видим, да, у нас все запаянные в пластик. Довольно-таки тоже неплохо, как качественно и дорого смотрится в данном шлеме. Ну что, ребят, а теперь пошли его примерим. Вы посмотрите, как он сидит. И я вам расскажу свои впечатления о данном шлеме. Пошли на улицу. Ребят, не стесняйтесь одевать шлем. Это то же самое, как пристегнуться в автомобиле ремнями безопасности. Хоть немного, но какую-то вашу жизнь немножечко спасет. Ну что, ребят, вот так вот выглядит на мне данный шлем. Сидит он очень классно. Ничего нигде не давит, не натирает, не прижимает, не сожимает. Я не знаю, как вам еще сказать. Но реально, вот шлемом я очень доволен. Сидит классно. Одели, да, подрегулировали под себя все. Сзади окружность головы выставили и все. И смело себе в путь. Проехался я в данном шлеме где-то около 150, может даже больше километров.
Честно говоря, очень доволен. Очень доволен, потому что тот мой старый шлем, он немножко вызывал такой дискомфорт. Хотя он белый, он мне больше нравился, да, чем этот серый. Нужно было, наверное, какой-то белый тоже брать. Ну, хотя, ребят, это такое дело, да, можно купить и другой. Но вот единственный минус то, что вот есть у меня недочеты, да, к качеству самой сборки данного шлема. Остатки клея где-то недоклеенные, ребят, сумма в $30, и вот такие вот косяки, это, конечно, единственный минус данного шлема. Остальное все плюсы: легкость, вентилируемость, сидит классно, удобно, приятно. Вот эти вот отверстия вентилируемые, они реально очень помогают. Вот сегодня я проехался, не скажу, ребят, много там, где-то сегодня, может, километров 12, ну, довольно-таки тепленько у нас, где-то градусов 30 где-то, может, 32 на солнце особенно. У меня были такие небольшие подъемы, ну, довольно-таки, ребят, периметр головы, да, самой, он немножко вспотел. Ну, видите, да, ничего нигде, не говорится, не течет, потому что впитывает в себя все вот эти вот поролоновые вставочки, все классно. Приехал домой, их сполоснул, высохли, обратно приклеил. Так что, ребят, вот шлемом я реально доволен, он очень классный. Ссылка, как обычно, ребят, будет в описании. А вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайки. С вами был Вадим, удачи всем, пока-пока. Grow up. I keep working to the point I throw up.